Италии. Решил я выйти попозже сегодня, потому что жара спадет как раз после вчерашнего заезда 100-километрового на скоростях. Отдохну, выхожу такой, как ни в чем не бывало. А тут не то, что прохладно стало, свежо, тополиный пух летит, гроза грозит. Красота какая! Блин, надо было что-то взять посерьезнее, одеть. У меня причем все есть. Ё-моё! Дома. Ну, отъехал я уже пару километров. Не хочется возвращаться. Ладно, поезжу по такой погодке. Гравел дисциплину выполнил. Хочу туда подальше, ведь до района Спартака доехать. Это кто это был? Лев, да, это я. Блин, я не узнал что-то чувака. Как красиво, да, кружит. Он только здесь кружит, вот, на улице Вишневой и с Мещерякова пересечением. Дальше едешь, его нет. Здесь было видно. Ого, вон он, дождь идет. Прямо на нас. Вон видно, нет? Вот, вот он. Дождь. Серьезно. Я одет. Доходит дождик. Уже у меня капнуло. Красота. Что сказать? Я словил сразу двойной заказ. Вот он прям накрывать начинает. Ох, слева тоже там идет стена. Ого-го. Я вот спрашивается, что придурку мне помешало взять. Блин, вот я только выехал, пошла. Что помешало мне взять плащ? Ё-моё. Вау. Давненько такого не видел. Вот это да!
я уже мокрый до трусов сразу. Вот это номер, а? Ох ты ж, блин. Так, вот это что ли дом? Первый там, да? Вот это прикол. Да, не сюда. Ух! Вот это, да? Блин, как ехать? Ладно, пойдем. Блин, тут следующий заказ. Совсем рядом. А! Пешком можно пройти. Вот в этот дом. Блин, вот так приходится топать. Я такой дождь видел. Блин, 6 лет назад, на 9 мая. Тоже вот такими реками он шел. Это жесть. Ого-го. Я уже полностью мокрый, поэтому мне пофиг, я могу и под дождем побыть, кайфануть от него даже. Блин, у меня таймер идет. Ну, самая страшная активная фаза прошла уже. Уже даже что, не видно особо камеру. Но повеселился я неплохо сейчас. Едем дальше. Во что превратилось? О, нифига себе! У меня ноги тонут в этом деле. Зачем так брызгать? Ну, надо учитывать, что я по встречке еду. А он меня типа, может, поднаказал за это дело. Ну все. Спадает, дождь спадает. И становится немного грустно. Вот так уже хорошо было.
Сейчас позвонили мне с поддержки, значит, предыдущий клиент, которому я завозил по вот этому дождю, не смог чаевые мне перевести по приложению. Попросил мой номер. Очень жду сейчас пополнения счета. Ну, хоть сколько, хоть 100 рублей закинет, уже приятно будет. Сейчас надо мне поторопиться, потому что что-то таймер короткий дали, а ехать нормально. Придется газануть. Я очкую, как говорит мистер Брежнев. Да не очкую, да. Блин, вот здесь вот тоже самокатисты. Из-за угла вылетают. Очень опасно. И стекол много постоянно там. Кто-то, видимо, пьет, бутылки разбивает. Блин, да тут ураган был. Это мне не полезно. Ну, красота, красота на улице. Шикарный дождь. Только бы меня сейчас не брызгали проезжающие.
друзья! Че уже? Ты что задумал? Тормозов, так, мне где-то здесь.